год 1972. В этом году родился футболист сборной Франции Зинедин Зидан, американский рэпер Эминем и Константин Хабенский. Но все это меркнет по сравнению с появлением Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. И здесь, на страже порядка и справедливости, стоит он. Актив профсоюза. Я тебе твое воспоминание. Может, я была тебе послана. Но забыть меня уже не сможешь. Ты не сможешь забыть. И пока наши выпускники работают на стройках по всему миру, здесь, и даже здесь, актив профсоюза делает жизнь студентов незабываемой и помогает абсолютно во всем. Культурно-массовая комиссия. Туристическая комиссия. Научная комиссия. Спортивная комиссия. Социальная комиссия. Собака. Информационная комиссия. А также волонтеры и стройотряды. В ДонАСА обучают таким специальностям, как строители, природоохранный институт, механики, экономисты. Архитекторы. Это проектировали не наши архитекторы. И все это актив профсоюза ДонАСА и собака. Мнений в народе много разных есть. Мифы о строителях хотим разрушить здесь. Много матерятся. Нет, где бетон? Строители с востока? Нет. Работают под допингом? Нет. Самые красивые? Да. Очень много платят? Да. Любят поработать? Да. Перекур! На стройке не воруют? Нет. Прораб нас обожает. Дебито! Спасибо за внимание. Пока.